цены за год в два раза выросли, а зарплата нет. А в Америке вообще все дорого. А при чем здесь Америка? Мы в России живем. Одни лекарства сколько стоят. А в Америке вообще лучше не болеть. Да при чем здесь Америка? В Америке тоже люди в минус 20 во дворах у костра греются. А в Америке знаешь, сколько бомжей на улице? У них бомжи по $1000 получают. В Америке на эту 1000 даже хлеба не купишь. А вы были хоть раз в Америке? Нет, мне репортажей Киселева хватает. Да хрен с этими бомжами в Америке. Меня волнует то, что мы в своей родной стране скоро ими станем. Путин этого не допустит. Он нас спасет. От кого? От Америки. Блять, сука, как же вы заебали уже. Да когда же вы уже, сука, проснетесь? Вы слыхали, что на Западе творят? Белую бумагу в руку кладут и жопу вытирают. Мы за традиционные ценности. Лопухи, подорожник, по траве поёрзай в конце концов. Сегодня бумагу туда суют, а завтра что-нибудь влажное. Туалет у них в доме, где жрут, там и срут. Выйди в полюшко, удобри земелюшку. А с бабами что началось? Мне 16, мне еще рано рожать. Первого нужно родить в 14. 5 классом, видите ли, надо окончить. У нас война, они читать вздумали. А вы не хотите пересесть на отечественные телеги с немецких карет? Сейчас дорогу нормальную доделаем и пересядем. Так и ездят они на немецких машинах.